Тольяттинец Юрий Злыгостев поступил в неотложное отделение с травмой глаз после того, как пытался предотвратить аварию со снегоходом. Подготовка к зимней рыбалке закончилась драматично. И, видать, у меня дроссель рычага газа заклинила, я его завел, и он поехал. Но я его, естественно, стал догонять, так как впереди стояли машины. Пришлось спасать ситуацию. Ситуацию Юрий спас, но ударился лицом о руль снегохода. От удара одно из век разорвалось на части. Самарские глазные микрохирурги восстанавливали поврежденные ткани буквально по крупицам. Травма привела к выпадению даже орбитальных тканей. И анатомически восстанавливать было очень сложно, потому что в момент травмы еще произошел дефект ткани, то есть часть ткани на верхнем веке отсутствовала. Пластические хирурги вынули из раны два осколка стекла. В момент удара Юрий был в очках. Операция длилась 4 часа под местным наркозом. Естественно, я этого не ожидал. Я думал, что порвал, зашьют. И, как говорится, там уж пару дней, да. А когда увидел результаты своей травмы, то, конечно, я тоже был очень шокирован. Ну и благодаря титаническому труду врачам, которые оперировали, операция, сказали, что прошла успешно, будем надеяться на лучшее. Огромнейшее им спасибо, благодарность. Теперь Юрию предстоит реабилитация и амбулаторное лечение в поликлинике по месту жительства под контролем самарских офтальмологов. Мы делаем все, чтобы мы в кратчайшие сроки могли оказать высококвалифицированную помощь. У нас ежедневно, еженочно, я бы сказал, да, дежурят врачи в приемном отделении, поэтому с любой травмой глаза, будь то ожог, травма, удар, ушиб, инородное тело, то есть вся острая ситуация, она может и должна быть предметом нашего пристального внимания. Мы можем это все делать, и у нас есть возможности, есть и оборудование необходимое, есть специалисты. Только за январь-февраль этого года в глазную больницу Самарской области за помощью обратилось 4377 человек, в том числе с травмами 1787 пациентов. Неотложное отделение на улице Новосадовой работает круглосуточно. Светлана Кудрявцева, События.